Я посмотрел про дворец в Геленджике. Пересмотрел три раза. Мне похер, кому он принадлежит, на чьи он бабки построен, но это, сука, красиво. Блять, пусть он будет. Пусть он цветет и благоухает. Пусть еще красивей будет. Круче Версаля. Блять, как же это красиво. Я вот просто, я понимаю, что это компьютерная графика там, но я вот, блять, это вот прям, знаешь, где-то воплощение моей мечты я увидел. Вот мыс такой классный, я же то место это хорошо знаю, это ж Криница там недалеко, Геленджикский район, я его облазил там вдоль и поперек по побережью. И вот в прошлом году, в 20-м, Криница, там совсем 15 километров где-то до этого дворца было, но только я в другую сторону шел, надо было на запад идти. Блять, ну какой же дворец классный, как же это все красиво, вот это вот такое вот шедевральное, триумфальное, дорогое такое, красивое, блять. Ух, как я прям насладился, я ж люблю это дело. Я ж понимаю, что я червя ебаный там или сраный слабак, и мне этого вряд ли туда попасть, чтоб моя нога туда ступила, уж тем более, что мне принадлежать. Но это ж мои тогда проблемы, что я такой слабак и ничтожное говно, который только может ходить по полям, срать и бегать дурачком, да, там, подражая всяким киномании и прочим. Но если б я был силен, ух, как это классно, а? Как это здорово, вот оно воплощение такого вот мечты такой вот, побыть там, посмотреть на эти закаты, там такое живописное место, там же заповедная зона, там же вот это вот сосняк, сосны реликтовые, красные сосны. И акации, это вот при Черноморской, они очень такие заповедные, реликтовые, чинары, блядь, там природа охуенная. Так еще такая прелесть построена, и видно, что ландшафт-дизайн, блядь, вот классно, вот хорошо, вот пусть это будет, пусть это процветает, и пусть благоухает это великолепие, эта красота. Я просто, блядь, обалдел от счастья, что даже увидел на компьютере такую красоту, такое великолепие, и вжился в это все. То есть я прям восхитился. Ну какая красота, какая прелесть. Я прям под впечатлением, ты знаешь, просто охуенно, блядь, нахуй, красота. Вот это вот увидел. Болтать, а как до дела. На словах я Лев Толстой, а на деле хуй простой, понимаешь? Ну, никуда от этого не деться. Так что силы-то пока нет. Если будет сила, то непременно. Даже тебе скажу, зачем иллюминатор, когда такой классный дворец в Геленджике, а? Вот я его прям облюбовал. Вот как раз хороший ковчег. Там прям смотрю, построено, как я люблю. Шест, казино, эти, как их там, разные. Мне очень понравился. Классно. Вот пусть он будет, главное, неважно. Пусть хоть для инопланетян и для еще кого. Вот как раз вотчина моя. Если это для меня построили, и когда там, допустим, придет время, то меня, так сказать, коронуют и скажут, вот твой Версаль, то вот как раз-таки там и будем преисполняться с видом на море, с этими потайными тоннелями. Бля, я кайфанул, конечно, от этого места. Вот как только я там поселюсь и буду хозяином этого дворца, вот, то тогда там и танцевать будут шлюхи, и там и играть будем как раз-таки в разные блэкджеки там и прочие на раздевание, и на разные впихания и выпехивания. Вот. Так что будет все классно, все хорошо, это будет триумф силы. Пока триумфа силы нет, что называется, да, не пошел бы я куда-то лесом, да. Так что вот приблизительно так.